одной стороны, я счастлива, что зал собрал полный зал. И я вспоминаю 2009 год, когда здесь находился наш незабвенный, наш любимый Виктор Иванович Темнов, и я пела с ним. И, конечно, петь с выдающимся музыкантом, с композитором, который написал песню, которую подарил на века нам, не только это, все самые лучшие песни, которые были написаны для нас, для народниц, это Виктор Иванович Темнов. Поэтому сегодня было сложно, вот хотелось вот, потому что он давал такую жизнь песни, когда он мне аккомпанировал. Ну что ж, песни его живы, живут и будут жить, я думаю, долго-долго. А мы с вами будем стараться их передавать следующим поколениям. Этот букет, конечно же, сегодня для него. Как в лесу зеленом, где растут дубы, собирала на поляне девушка грибы. Набрала грибов на ель домой идти, на тропинку нелегко найти. То валежник, то седые кочки, то трава густая. Ой, грибы, грибы, грибочки, и калина, и малина, ягода, ягода лесная. Позвала людей девчонка, и на этот гриб вышел парень синеглазый, молодой лесник. Помогу, сказал он, горе на по дороге лес я покажу, и валежник, и седые кочки, и траву густую. Грибы, грибы, грибочки, грибы, грибы, грибочки, и калину, и малину, ягоду, ягоду лесную. За вехами ходили много раз вдвоем, а потом сыграли свадьбу всем селу. Рыжики опята, и лисички, и волнушки, и веселые краснушки, и козистые сморчки, старички и воровички, земляника, ежевика, и черника, и брусника, и калина, и малина, ягода, ягода лесная. Сегодня его день рождения. С днем рождения, родной наш Виктор Иванович!